1,5 миллиона рублей на частный детский сад. В Нарьян-Маре подвели итоги конкурса грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Одним из победителей стал социально значимый для округа проект «Негосударственный детсад». Открыть его планируют уже весной 2016-го. Частный детский сад для нашего региона – ноу-хау. Сегодня в Нарьян-Маре, как альтернатива государственным дошкольным учреждениям, существуют только группы временного пребывания, где дети находятся не более 4 часов без питания и сна. Вопрос о создании полноценного частного детского сада назрел уже достаточно давно. Сотни детей в возрасте от 2 до 3 лет сегодня стоят в очереди на места в сад. А если есть спрос, есть и предложение. На предоставление гранта на создание частного детского сада подали заявки сразу 2 начинающих предпринимателя. Победителем стала ООО «Садко». Комиссия приняла решение, что предоставить грант, причем грант достаточно серьезный, именно финансово, да, тому предпринимателю, который уже работает в этом направлении. То есть у него проведена очень огромная подготовительная работа. У них идея уже воплощена в части того, что стоит дом, проходит ремонтные косметические работы, причем уже проходят те работы с учетом всех вот этих вот разрешений, санпинов, высота раковин для малышей, то есть где поставить кровать, где поставить обеденный стол. Открыть частный детский сад планируют уже весной следующего года, а на деньги, полученные в качестве гранта, приобрести инвентарь и обустроить детскую площадку. Всего на предоставление грантов было предусмотрено 5 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили еще 7 проектов. Среди них создание электротехнической диагностической лаборатории до 100 кВт, проект по развитию въездного экотуризма и организации зимних рыболовных туров, организация сбора, хранения и перевозки рыбы, строительство автокомплекса в поселке Искателей, организация клининговой кампании, запуск официального сервисного центра обслуживания офисных машин и вычислительной техники, включая бесплатное гарантийное обслуживание и развитие студии иностранных языков «Полиглот». Все эти проекты предполагают создание новых рабочих мест и оказание населению различных услуг. На их реализацию предприниматели получили по 500 тысяч рублей. На что их потратить, они решают сами, но за средства придется отчитаться. В течение первых 6 месяцев предприниматель реализует средства гранта и отчитывается перед нами за потраченные средства. Весь порядок у нас прописан в соглашении с каждым предпринимателем. По словам Ирины Тихомировой, в течение еще 3 лет комиссия будет смотреть, как развивается бизнес у того или иного предпринимателя и по необходимости оказывать помощь. Ирина Цепетова, Александр Туркин, телеканал «Север».